Доброе утро, дорогой Зуфар. Сегодня 11 апреля. День рождения твоей жены Лейсан. Поэтому я поздравляю тебя с днем рождения любимой жены. Желаю мира, благополучия, процветания и взаимопонимания всей твоей замечательной семье. И хочу преподнести этот живой подарок в качестве инструментальной композиции всем известной песни, аранжировки, точнее, на песню Демиса Руссоса «Goodbye, my love, goodbye». Я думаю, что ты любишь эту песню, потому что если ее люблю и помню я, ты должен ее хотя бы знать и не быть к ней равнодушным. Вот. Это такая достаточно оптимистичная песня, потому что, несмотря на то, что он говорит там, «Прощай, моя любовь», на самом деле там речь идет о том, что я к тебе обязательно вернусь. So hold me in your dreams tonight till I come back to you, что означает «Храни мой образ до тех пор, пока я не вернусь». Видимо, речь идет о том, что он или ты собирается там отправляться куда-то в плавание или, допустим, в какой-нибудь спортивный лесной лагерь. Вот. И, соответственно, когда плавание или, соответственно, мероприятие закончится, то ты вернешься, и все будет опять хорошо, и будет опять замечательно. Встреча. И все положительные эмоции. Хорошо провести сегодняшний день.